Всем хаян, с вами Ян, и добро пожаловать на мое новое видео. Это видео не будет нести в себе юмористический характер, потому что я хочу затронуть тему «Как синий кит». Надеюсь, вы уже все знаете, что это за игра такая, потому что я объяснять не хочу, потому что этого слишком много в интернете. И просто я хочу сказать, что конечным итогом это будет то, что человек умрет. Да, почему же все-таки я решил затронуть эту тему? Во-первых, это то, что у меня большинство моих зрителей это подростки. Второе, это то, что я себя чувствую обязанным рассказать вам про это и может как-то даже повлиять на вас. Давайте начнем с того, почему же люди хотят сыграть в эту игру. Как мне кажется, это из-за издевок в школе, это из-за проблем с родителями, это из-за парня или из-за девушки, расставания, ну, я думаю, вы поняли. Что я могу сказать про эти перечисленные мною проблемы? Первое, это издевки, например, в школе. Честно сказать, я через это тоже проходил. Надо мной издевались, но я все равно оставался сильным. Да, мне было обидно, да, мне было как-то, я не знаю, одиноко то, что надо мной издеваются. Что я такого сделал? Да, я занимаюсь видеоблогингом. Да, для тех, кто не знает, то я вел свой канал на YouTube в 12 лет где-то еще. Но неважно. Вот, надо мной издевались, надо мной как-то подшучивали, надо мной как-то смеялись. И, конечно, мне было обидно, мне было одиноко из-за того, что я один, а их много. Но на самом деле я благодарен тем людям, которые надо мной издевались, потому что во мне выработался стержень пофигиста. То есть, мне наплевать на чужое мнение. У меня есть свое личное мнение, я его придерживаюсь. Ладно, если получать обоснованную критику, потому что люди реально тебе могут чем-то помочь в плане того, что поставь так свет, не делают этого, потому что это у тебя не очень получается, или еще что-то. Но когда над вами просто так издеваются, смеются, либо подшучивают над вашей внешностью, то шлите этих людей в жопу, потому что с этими людьми вы не будете связаны всю жизнь, они с вами на какое-то время определенные. Поэтому наберите в себе терпение и выработайте стержень пофигистики, на самом деле это очень помогает. Второе, это проблемы с родителями. Да, бывают жесткие родители, да, бывают пофигисты родители, которым пофиг на вас. Но все же есть где-то свои плюсы и минусы. В принципе-то родители не хотят вам пожелать что-то плохого, они всегда только за то, чтобы вы были здоровы, счастливы. Но все же у них существует такое, что до 18 лет контроль обязан быть над вами. Или же пофигисты родители, которым, в принципе, все равно, где вы гуляете, где-то вы еще что-то делаете. Конечно, где-то для вас есть в этом плюс, а для некоторых ситуаций где-то есть и минус. Например, та ситуация с Шурыгиной. Я не знаю, мне кажется, очень даже подходит. Ну и последняя проблема — это расставание с парнем либо с девушкой. К этой проблеме я отношусь на самом деле с насмешкой, потому что мне очень смешно, когда люди расстаются свои там 14 лет, 16 лет, и из-за этого потом плачут, впадают в депрессию какую-то. Для меня это очень смешно. Я этого честно не понимаю. Я придерживаюсь такой позиции, что я должен сначала состояться, а потом уже думать о какой-то там любви или еще что-то. Да, наверное, этого не хватает какой-то такой ласки от девушки или еще что-то. Но все же, в принципе, это можно перетерпеть, поэтому я придерживаюсь такой позиции. Так что не стоит убиваться так сильно из-за расставаний, плакать, впадать в депрессию, потому что у вас все еще впереди. Да, ну и наконец, я хочу с вами поделиться о том, что же будет после совершенного суицида. Я наткнулся на такую девушку, как Анна Канна. Это зарубежная видеоблогерша, и у нее была когда-то сестра. Да, она совершила суицид. И она по поводу этого сняла видео. Поэтому я хочу, чтобы вы посмотрели это видео и поняли для себя, насколько же это больно, когда человек, ваш близкий, совершает суицид. Я думала, я не скрывала, что моя сестра совершила суицид в 2007 году. Многие люди в интернете часто задавали мне вопросы. Я хочу себя убить. Что мне делать? Если вы совершите самоубийство, я не знаю даже, что с тобой произойдет. Все, что я знаю, это то, что случится с твоими близкими после твоей смерти. Твоей семье будет очень сложно жить нормальной жизнью.
Очень долго. И если ты совершишь суицид, люди будут скучать по тебе. Черт, я не хочу плакать, потому что если я начну плакать, я не стану это выкладывать, но я хочу об этом поговорить. Заранее простите, если я заплачу. Я ненавижу редактировать видео, в которых я плачу, потому что ты смотришь, как ты сама плачешь, это неловко. Потом это видео нужно будет залить, и это занимает 10 минут, и потом нужно это выгрузить на YouTube, и это тоже долго, и ты показываешь миру, что ты ревела, когда они смотрят это. Если ты покончишь с жизнью, твой брат, сестра, парень, ребенок, все эти люди, которые тебя любят, будут поставлены в тупик до конца их чертовой жизни. Они будут очень злы, и они будут завидовать другим людям. Я завидую всем, у кого есть сестра. Знаешь, прошло около 6 лет с ее смерти. И я до сих пор не могу об этом говорить. Говорить по-настоящему целое видео, потому что я могу просто сказать пару предложений о ней. И мне легче, когда я об этом говорю, особенно когда я пытаюсь донести это для других. Но в конце концов, она сейчас должна быть в моей жизни, но ее просто нет. И уже никогда не будет. Вообще не будет. Это заставляет тебя задать себе много вопросов, на которые ты и так не знаешь ответов. Столько ненужной боли, раздумий, попыток организовать. Это так дерьмово, и это так несправедливо. И потом снова приходится бороться с этими эмоциями, как только об этом подумаешь снова. Поэтому ты стараешься не думать. Но если ты об этом не думаешь, ты не сможешь это все оставить позади. И работать над этим крайне сложно, потому что она везде. Куда ты ни повернешься, не посмотришь, она везде. Это все определяет тебя до и после этого события, которое ты устроила. Теперь я другой человек. Не знаю, к лучшему это или нет. Я тебя и люблю, и ненавижу, черт побери. Просто не делай этого. Просто не делай этого. Это глупо, смерть это глупо. Я не люблю смерть. Ну вот примерно, что и случается после твоего самоубийства. Еще долго после твоего решения. Если бы ты не приняла это решение, у тебя было бы еще столько лет, чтобы что-то изменить. Оставайтесь крутыми. Вот вам был наглядный пример, что бывает после совершенного суицида. Надеюсь, у вас что-то в голове все-таки поменялось от моих слов, от слов Анны. И надеюсь, вы больше стали ценить жизнь, потому что она у нас одна. И стоит просто задуматься о том, что лучше наслаждаться этой жизнью. Лучше достигать каких-то целей поставленных. И просто жить, просто улыбаться и жить. Ну а с вами был Ян Рейзен. Если вам понравилось это видео, то поставьте палец вверх, подпишитесь на канал. И да, если у вас есть друзья, либо знакомые, которые думают о суициде, просто пришлите им это видео. Пока!